Приветствую вас. Вообще внешне очень похоже на то, что такой, знаете, своего рода клуб произошел, да? То есть вот клуб по интересам. В данном случае клуб по интересам это вот такая история, когда женщина, да, объединяется, ну, вокруг одного мужчины, допустим. Это вот похоже просто на круг, такой круг по интересам. Может быть, они надеются, что вы будете участвовать там в каких-то сплетнях, может быть, вы надеетесь, что они надеются, что вы будете с ними общаться по этому поводу. Может быть, они надеются, что вы дадите им какую-то информацию там о нем, о человеке, я имею в виду. Вот. То есть тут как бы вариантов на самом деле очень много, но скорее всего, что эти женщины считают мужчину, о котором вы говорите, своего рода Дон Жуаном. Вот. Я, естественно, не могу наверняка этого утверждать, но мне видится история такой. То есть мне кажется, что они считают его Дон Жуаном. Вот, и поэтому у них такой своего рода клуб поклонников вот этого мужчины. Вот. Это самый такой очевидный вариант. Это самый такой оптимальный вариант. Вот. То есть, что это значит? Это значит, что вам нужно с человеком, да, вот именно с человеком, вам нужно более, скажем так, вести себя осторожно. То есть вам нужно вот именно осторожнее себя с ним вести, потому что человек может вас, ну, обидеть, человек может вас как-то задеть, человек может вас обмануть. Вот. Я не говорю, что это прямо обязательно случится, да, я не хочу сказать, что это прямо обязательно случится, но вполне может быть. Вот. Ну и отдельным пунктом идет, конечно, история о том, почему вас это волнует. Вот. Ну, по какой причине вас это волнует, для чего вас это волнует, беспокоит. Вот, то есть, ну, добавили и добавили. Ну и что? Вот. То есть это, конечно, вот, нужно поисследовать этот момент вам, потому что очевидно, что он вас волнует. Вот. Ну и, конечно, спросить у кого-то, кто вас добавил, почему добавили. Мне кажется, вполне себе можно. А в этом ничего прям такого плохого, дурного нет, на мой взгляд. Так что, если вас это интересует, спросите. Другой момент, что у вас мужчины отношения не получаются. Он вам нравится, а как бы внимания особого на вас не обращает. Может быть, здесь конкуренция, какая-то борьба. То есть эти женщины узнали, что появились еще вы, вот, и добавляя вас
друзья, они пытаются уравнять вас. Сделать вас, условно говоря, ну, такой же. То есть, типа, что такая же неудачница, как и мы. Опять же, я не хочу сказать, что это прямо вот ваша история, но сбрасывать со счетов, мне кажется, не стоит. Этот аспект, по крайней мере. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, исходя именно из того, что вы написали. Значит, на этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.